Здравствуйте, я Катя Оруджева, это программа «Арсенал конверсии», где мы изучаем contemporary art. Помните, в пьесе «Гроза» ученый-самоучка Кулигин изобретает громоотвод? Так вот, долгое время считалось, что первый громоотвод изобрел наш земляк, нижегородец Иван Петрович Кулибин. Позднее другой близкий ученый нашему городу Александр Степанович Попов изобретет грозоотметчик и радио. В середине прошлого века Нижний Новгород называли первой советской радиостолицей. Именно здесь впервые в 1919 году передали в эфир человеческий голос вместо сигналов Морзе. На тот момент это были революционные научно-технические исследования. Физика – это часть культуры. И вот Нижегородская радиолаборатория – это яркий пример вот этого, как техника и физика соприкасались с другими частями культуры. Потому что нижегородцы здесь не только проектировали приемники, передатчики, они не только построили крупнейшую радиостанцию «Коминтерн» в Москве, на Шаболовской башне, да, которую построил Шухов, но они, например, занимались организацией радиоконцертов, они просвещали радиолюбителей, они организовали вокруг себя что-то вроде клуба. И этот клуб дал весьма значительных ученых. Александр Степанович Попов родился на Урале в семье священника. Он изобрел первую в мире систему радиосвязи. В Нижнем Новгороде Попов заведовал электростанцией Нижегородской ярмарки. Попов долгое время разрабатывал беспроводную связь в первую очередь для нужд флота. Поповым был изготовлен один из первых в России рентгеновских аппаратов. Попов работал почти каждое лето на Нижегородской ярмарочной электростанции. Он был и директором. А помимо этого он отдыхал с семьей. То есть семья снимала дачу около Нижнего Новгорода. Попов каждый день мотался на работу, кроме выходных. И он много тут чего придумал. Такое ощущение, что он в Нижнем Новгороде и придумал свой знаменитый грозоотметчик, то есть прообраз радиоприемника. В устройстве трубочка, стеклянная трубочка с металлическим порошком. Вот после того, как волна, довольно слабый сигнал, конечно, волна от молнии замыкает вот эту цепь с когерером, так называется, это стеклянная трубочка. Катя, это не очень сложно. Дальнеизвещающая машина – так называлось изобретение другого российского ученого Ивана Петровича Кулибина. Изобретение представляло собой оптический семафор, в котором помимо зеркал Кулибин использовал изобретенный им фонарь с отражающим зеркалом. Иван Петрович Кулибин – механик-самоучка, автор множества разнообразных изобретений. Родился в Нижнем Новгороде. Среди его изобретений – водоход – судно, приводимое в движение течением реки, по которой оно идет. Повозка-самокатка – движимая давлением на педали, но оснащенная тормозом и коробкой скоростей. Кулибин был трижды женат. Всего у него было 11 детей. Кулибин писал стихи. Он посвятил оду Екатерине II и лично государыне ее презентовал. А единственное место, где в Нижнем Новгороде можно увидеть изобретение Ивана Кулибина – музей «Речь флота» в Волговятской академии. Здесь, в совсем маленькой экспозиции, можно увидеть его знаменитый водоход, оригинальную литографию с арочным мостом и знаменитый фонарь-прожектор. В один из осенних поздних вечеров вдруг Васильевский остров освещается огромным огнем. Люди перепугались, бегут все на остров, творят молитву. Что случилось? А это Иван Петрович
поставил на подоконник своей, окна своей квартиры, в которой он проживал на четвертом этаже в здании Академии наук, вот именно такой фонарь-прожектор, который, значит, представляет собой, это вогнутая такая плоскость, на которой, значит, прикреплены огромное количество вогнутых маленьких зеркальцев, фитиль, свеча, и свет увеличивается в 500 раз. А если точнее сказать, свет увеличивается во столько раз, вот ведь он потом изготавливал огромное количество фонарей и разных размеров. Так вот какое количество зеркальцев, во столько раз увеличивается и свет. Кулибин – это кулибины, которые живут вокруг нас, которые что-то мастерят, какие-то человеки, человечки, чудаки. Вот. Это абсолютный штамп. Вот. А когда ты начинаешь раскапывать все это, изучать действительно этого удивительного совершенно персонажа, да, который, ну, в общем, повлиял, на мой взгляд, вообще на развитие мировое. Потому что, если вы даже посмотрите самокатку, которая там у меня там есть, да, это абсолютно Бенц, который мы знаем, Mercedes-Benz и Daimler, они, когда делали свой первый автомобиль, они полностью взяли его модель. Если вы их сравните, они абсолютно одинаковые, только у Кулибина она там приводится путем педали, а у них там моторчик поставили. Больше ничем не отличается. То есть уникальный совершенно персонаж. Потом он не просто занимался изобретательством чего-то, да, он занимался и оптикой. Ну, это же уникальные вот эти фонари, которые он сделал. И Алиса мне дала поэтому такое поручение, что, потому что я такой нижегородский Кулибин, который все делает своими руками. На выставке «Музей великих надежд» художник Александр Лавров представил найденный объект – кабинет Ивана Кулибина. Вот рабочий стол. Кулибин было мало места, но собирал так вот вещи. Здесь должен быть гвоздик. Вот так он вешается. И вот эта штука тоже ее можно будет перевозить. Он из Санкт-Петербурга, мне кажется, привез этот кабинет. У него он там. Современная наука носит не только практическое значение. Ученые, как и люди искусства, постоянно ломают все устоявшиеся шаблоны восприятия, создавая не только новые материалы и вещи, но и новые идеи. И где-то в 70-е годы нижегородские радиофизики, как бы наследники вот как раз Нижегородской радиолаборатории, они занялись медицинской и биологической проблематикой. То есть так это и называется, радиофизические методы в медицине и биологии. Мы считаем, что очень трудно научить чему-то на экспозиции, но если ее создатели произвели впечатление на зрителя, если они наметили какие-то точки, к которым зритель может потом вернуться еще раз, или придя на экспозицию, или там дома, или в библиотеке, то наша задача выполнена. С современным искусством это, конечно, связано. Мы все люди, которые делали вот эту экспозицию, это, как правило, костяк художников, там, ну, 4-5 человек. Мы все так или иначе занимаемся современным искусством, современными медиа. И нам кажется, что только искусство может создать впечатление. Что же еще-то, да? Поэтому искусство нужно сюда внедрять. И мы внедряем его по-разному. Например, в виде видеофильмов, анимационных роликов, в виде скульптуры. У нас тут очень хорошая скульптура. На втором этаже «Арсенала» в отдельном зале выставка на выставке «Радиообзор». Эта экспозиция посвящена истории науки. И здесь художники ограничивались тем, что они изучали эту самую историю, то есть листали книги и смотрели фильмы. Этот экспонат посвящен Александру Степановичу Попову. Это переносной памятник Попову, он так и называется. Он занимался фотографией, он сделал фотографию Нижнего Новгорода во время грозы. И получилось как раз это вот от Канавина, вид на Благовещенский монастырь и на верхнюю часть города. И получилось, что здесь сошлось сразу несколько смыслов. Ну,
Например, то, что гроза. То есть он сделал фотографию грозы, но в это же время он создал свой грозоотметчик. Вот. И потом на основе грозоотметчика он создал систему из радиопередатчика и радиоприемника. Поэтому я взял эту фотографию, сделанную Поповым, и определенным образом оцифровал ее так, что она превратилась в звуковой сэмпл. То есть градации серого на фотографии давали определенный тон. Проект называется «Радиогерои», и это такие посвящения нескольким ярким лидерам инженерной мысли, которые работали в Нижегородской радиолаборатории. Они вот здесь перечислены. Это посвящено Шорину, это посвящено Татаринову, там Бонч Бруевич. Дело в том, что хотя Нижегородская радиолаборатория – это был единый коллектив, но, конечно, у каждого были свои задачи и свои любимые темы. Это парк Кулибина. Раньше здесь находилось Петропавловское кладбище, а в этом самом месте в 1818 году был похоронен Иван Петрович Кулибин. По-моему, весна – отличное время, чтобы исследовать город и его историю. Поэтому приходите прогуляться в парк Кулибина, а потом дойдите до Арсенала и посмотрите на историю нижегородской науки глазами современных художников. До встречи!